Асфальт в микрорайоне Алексеевском укладывают после того, как проложили канализацию. Местные жители говорят, что пик масштабных работ по благоустройству ощутили в прошлом году. Но и в этом городская администрация выделила щебень, а депутат помог техникой. Засыпали улицы Абрикосовую и Ореховую. А здесь уложили асфальт, и, что немаловажно для местных жителей, провели уличное освещение. Выявлять тонкие места помогает система территориального общественного самоуправления. У нас работает в микрорайоне Алексеевском совет микрорайона. Мы собираемся раз в месяц. Приходят жители на этот совет, депутат, тосовцы. Мы решаем проблемы, пишем письма все вместе и отправляем в администрацию эти письма. И потом получаем все, что мы просим. Общественники не дали запустить этот участок земли. Говорят, что буквально на следующий день после обращения к главе города-курорта здесь скосили заросли травы. Чистота и красота перед частными домами для большинства жителей – вопрос само собой разумеющийся. При этом подход к делу зачастую творческий. Ну вообще у нас в семье вообще все любят заниматься цветами. Вот. И если это выходной, то очень много времени на это уходит, потому что это любимое дело. Вот. Но в особенности этим любит заниматься я и моя мама. И любовь к растениям привила именно она. Эта остановка возле гипермаркета появилась по просьбе жителей микрорайона. В этом году улицу Ореховую засыпали щебнем и проложили канализацию. Теперь, говорят общественники, можно укладывать асфальт и надеются, что покрытие появится уже в следующем году.